Полночь с 12 на 13 февраля 2020 года. Так выглядит район Медведково. Южное оно или северное, не так важно, потому что это все довольно-таки схоже. Сливаются здесь адреса Полярная, Шакальского, Широкая. Ну, если совсем быть точным, то там проходит Полярная, доходит немножко до сюда, и тут идет Молодцово. Дальше идет Полярная до проезда Дежнева. И в ту сторону там уже метро Бабушкинское. Шакальского тоже проходит. Там близ Медведково и выходит вообще там к Енисейской, которая уже практически Осташковская. Улица Широкая вот там. И туда она идет в район Биберева. То есть это как бы серая уже ветка. Метро Медведково в той стороне. В принципе, недалеко отсюда. А я сейчас пешочком давану километра 3, 3,5, ну, приблизительно, в полночь. Зайду еще сначала в магазин, может быть, какие-то фруктики себе куплю. Зачем я это записываю? Затем, что километрах в 3-4 я отсюда жил целых 3 года на данный момент. И в моих планах отсюда уехать. Поэтому я так как на память снимаю. Я посмотрел сегодня фильм итальянский с Тони Сервилла. Тони же, да, зовут? Ну, главное, что Сервилла, который снимался и в фильме «Лоро», и что-то там связанное с красотой. «Великая красота», по-моему. Так вот, фильм называется «Счастливое число 5». Такой неапольский итальянский фильм, такой полугангстерский. Да, там даже есть мотивы из Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой». Рекомендую посмотреть итальянское кино. Вообще, зачастую европейское кино, если оно хорошее, оно не только не уступает американскому, но и как-то более интересно, что ли. Ну, по крайней мере, мне.